Терроризм уже давно признан чумой 21 века. Сегодня организаторы актов устрашения оперируют огромными деньгами, а исполнителями их воли становятся не только фанатики, но и хорошо обученные наемники, для которых убийство стало профессией. Россия, как никто другой, знакома с террористической угрозой. Проверить подготовку силовиков, сотрудников транспортных предприятий, объектов районного значения в Одинцовском районе помогают регулярно проводимые занятия по безопасности. Очередные такие учения прошли на территории Одинцовского ПАТП. Произведено предварительное боевое развертывание магистральной линии рядом с предположительным местом обнаружения взрывного устройства для обеспечения безопасности. Учения проходили в условиях, приближенных к реальным. Сотрудников экстренных служб не предупреждали о том, что заложенная бомба – это всего лишь муляж. Впервые в тренировочных занятиях приняла участие служба 112. Она призвана решить целый комплекс вопросов, связанных с оперативным реагированием на экстренные ситуации. На сегодняшний день система все еще отлаживается. Проверку боем пока что она проходит на подобных учениях. Руководство УВД будет принимать какие-то меры, чтобы вот таких накладок не было, потому что это вот действительно, это мы запланировали, у всех лежал план, да, а если бы действительно кто-то чего-то подложил. Спецслужбы нашей страны ежегодно предотвращают крупные теракты, обезвреживают десятки боевиков и их пособников, однако безопасность человека всегда остается в его собственных руках, только бдительность может спасти жизни. Учения выявили ряд проблем. Основные нарекания вызвала оперативность работы специальных служб. Насколько эффективной окажется работа над ошибками, покажут следующие учения. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».